Доказательство, что люди жестокие существа. Подпишись и поставь лайк. Этот задумчивый африканец, работник одной из плантаций в Конго, не справляющийся с нормой работы, которую делал. В наказание его младшая дочь была убита и съедена надсмотрщиками. Отцу принесли лишь ее останки, кисть и стопу. В назидание всем работникам, не прилагающим достаточно усилий на плантации.